куда нас, ребята, несет. Метель поднялась. Едем по накатной нефтянке. Не знаю, как далеко уедем. Все, ребята, пока приехали. Нива встала. Нива прошла, а Лачетти встала. Сейчас будем на трассах. И вот так всю дорогу, ребята. Вот всю дорогу вот так вот. Итак, ребята, катались, и все-таки добрались до места, где нас приютили. Приютил нас один местный товарищ, с кем мы летом познакомились, и он пригласил в гости. Сейчас мы находимся у него и немножко по рюмочке вдарим для того, чтобы поздравить Женьку. Как вы знаете, 31 декабря у Женьки был день рождения. Ну и по скромной компании, вот, присутствующие. Здорово всем, пацаны. Всех вы знаете, со всеми копали. Вот. Андрюша, вот местный товарищ, нас пригласил. Мы у него пятаки, кольцевики подымали. Рустик там. Ух ты! Твою налево! Твою сука! Кольцевик! Ребята, вы извините за наш восторг, просто Рустик первый раз подымает. Первый раз подымает он кольцевик. Ух, блин. Ай-яй-яй. 1806 год. Ох, твою налево, Рус. Есть. Сохран хороший, Рус. Вообще потрясно. Не пришли. Давай, блин, твою снимай. Мои поздравления, Рус, мои поздравления. Держи. Это вторая, прям крас... следом. Красавчик. Где, так, у меня вот здесь вот, ребята. Вот моя монетка. А двушка Сашина. И вон там он еще. Ну блин, ну что ты трогаешь, зачем? И вот еще одна двушка. Вот она двушечка. Представляешь? Класс. Блин, красавец, Рус. На, держи. Посмотри, начальник. Ух, что ты, я как щуку поймал. Вот это приятно. Крупная. Класс, вот красавчик. Это у вас нормальный. Вот это да. Все, жди. Красавчик. Пузырь должен быть. Да, за это пузырь можно поставить. Очень приятная монета, большая, крупная. Зачетно. Ладно. Есть контакт. Единственная монета, которая приятная, ребята. Приятная единственная монета. Наверное, штук 5 подняли. Закидывай. Это пока единственная. Блин, красавчик. Рус счастливчик, он первый раз такую монету поднимает. Серега подымал, я подымал, теперь и Рустик. Красавчик. Есть контакт. Да? Женьку хотим поздравить с днем рождения. Я, конечно, не договаривался, Жень, с упаковкой, Жень. Потому что прям сегодня, прям в ту жару. Носи, чтобы носа не было. Спасибо, пацаны. Спасибо большое. Можешь даже примерить. Вот эту накидочку, потому что размеров под себя я не знаю, как подобрать. Примерно под себя я взял. Ну давай. Ребят, ну так как у нас... Сергей, меня показывай. Так как у нас сейчас как бы раздача подарков, я хочу от нашего сообщества Рустика вновь поздравить. И, Сереж, смотри на физиономию. Блин, Русик, у нас не это лицо, ты не это. Не публичное. Да, не публичное, и лицо мы не покажем. Сейчас ему тоже подарочек. Мы его по поясу. Меня сейчас закоробит, смотри, сейчас затрясет. Ребят, подарочек вот такой. Кто мои стримы смотрит, знает, что внутри. А Рустик еще не трогал. Так что вручаем. Ручки показывай, как у Рустика там сейчас. Ручки, меня уже затрясло. Как Ленчику. Так. Преподами, да. Там она на этом. Подсохит, а? О, блин! Да ладно! Ребята, серебряная медаль Николаевского образца, формата. С обратной стороны, ребята, у нас... Смотрите, за что. За безупречную службу, за... Полиция. В полиции. Ребята, это... Серебряная медаль, и Рустик получает у нас ее. Да ты че, все. Трогай.
Это я даже тру. Я растроган, мужики. Спасибо. Ну а теперь можно и примашки. Это вне эфира. Мы как бы не алкоголики, мы не склоняем вас к этому, ребята. Не пейте эту гадость, но за дружбу рюмочку поднять можно. Ну и все, продолжим, надеюсь, уже на копе. Там есть домик, продолжим. Досы вообще, блядь. Ребят, забрели вот в такой дом. В принципе, когда я здесь последний раз был, он был не тронут. Но сейчас его кто-то шурфил. В общем, мы с Женькой смотрим. Все замерзло. Найти что-либо очень проблемно. Сигналы проскакивают. Но как бы ничего интересного нет. Уже полчаса в этом доме. Что находится на чердаке, я не знаю. Забраться не могу. Вот, но находок нет. Женька там походу что-то вроде пятачка нашел. Но он такой, знаете, окаменелый. И по окаменелости видно, что где-то 61-е года. Вот сейчас непонятно. Входная группа, ребят. Вход. Вот, Женя пытается здесь что-то разбить. Что-то пытается найти. Но ничего хорошего нету. Была бутылочка советская и все. На этом и все. Дом, конечно, ребят, кто-то бомбанул. Сразу видно. Вот, так что, что будет, не знаю, вряд ли. Вряд ли. Ну, бывает и такое, ребят. Что там? От печки, от печки. Тяжелая. Да, вот одна часть от печи. Вот. Вот вторая. Вот, что будет дальше, не знаю. Но фундамент тяжелый, ребят, тем, что все замерзло. Окна, двери, все открыто. Края домов. Все на месте. Но здесь все открыто и подмерзло. Так что, если монету найдем, это будет шикарно. Но если царя найдем, это будет вообще супер. Так что ладно. Поживем и видим. Бывают такие фундаменты, вернее дома, где нифига ничего нету. Копают. Да, этот дом, как нам сказали местные жители, мы копаем здесь по разрешению, ребят. Здесь была как бы знахарка, шаманка, ведьма или что-то в этом роде. Сказали, что здесь какая-то была такая особа. Ну ладно, пойдем посмотрим. Ну что, был, ребят, сигнал цветной, но он бил в чернину. И вот такая вот печная лабуда. Если на ней... Вот, что-то здоровое, ты. Что это такое? Вот, две печных. Ага, смотрите. Да, ребята, если они кружевные, с орнаментом, то их можно забрать. Но если обычные, то как обычный металлолом. Чермет пойдет. Между прочим, кружевные, хочу вам сказать, очень-очень востребованы. И их очень много желающих приобрести. Но если только на них есть, если какие-то рисунки, есть какие-то орнаменты, царские символики, это вообще будет огонь. Но это, походу, совет. Совет, бля. Обычный совет. Ой, сори. Не надо кидать. Сори. Вот, так что здесь сейчас помягче стал. Я думаю, входную группу бомбанем, да. Я вот буду вроде в роли оператора, а Женька пускай копает. Кинг с нами. Потому что два прибора будут друг на друге фонить. Так что давайте, ребята. Крестик на пальцы, кулачки в руках. Надеюсь, ну, запятак. Да, надеюсь, монетка у нас выкопается. Хоть одна монетка в прямом эфире, но надеюсь, будет. Так что, Женя, давай, пожелаю тебе удачи. Давай. Спасибо. Давай. Именинник?
Ну, праздник должен быть состояться. Клад должен быть. Да, горшок. Ну, клад, горшок маловероятно, но хоть одна монета в таких условиях зимних, минус 15. Мы шурфим за кем-то, кто здесь ранее был шурфленый. Вот, может быть, нам подарок все-таки оставит. Хоть одну монету, было бы вообще зачетно. Да не, Жень, там орнамента нету. Да я смотрю, просто интересно. Обычная застройка. У меня первый раз копаю. Только на металлолом. Первый раз такие копаю. Кстати, ребят, ну, хочу, сейчас металл стоит очень нормально. Хочу сказать, что металлолом, ребята, сейчас стоит 20 рублей. Я не знаю, как у вас в регионах, но у нас в Самаре 20 рублей. О, 20-23 даже. 20-20. Я вот смотрел, у нас вот 20. Можно дороже найти. Ну, 20, короче, да. 20, ну, копанные, Жень, копанные, минус процент копанины. Так что ладно, да, посмотрим. Нет, на процент. Ну, Кингулька там что-то. Кин, прекрати жевать что-то. Иначе ты свои брекеты опять порвешь. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, все-таки мы что-то откопали, но монета очень плачевная. Плачевное то, что отколоть мороз на ней нельзя, но это монета. Что за монета? Но это не царь. Совет. Мы предполагаем, что 61-й год, что-то в этом роде. Вот, ну не знаю, ребят, все заморожено. Может и ранний совет, может быть поздний, все что угодно. Ну, не знаю, по толщине видно, что советская. Но все же, монета отыскалась. Ладно, пойдет же. Ну, давай, окей. Да, давай продолжаем здесь. Потому что мы как бы начали шурфить именно тот слой, где у нас в основном находки... В основном встречается. Сейчас мы вверх снимали то, что с крыши, ну, с чердака падло, плюс засыпка от печки. Вот, и начинаем уже как бы мягкий слой, культурный слой, где находятся в основном все потеряшки. Надеюсь, что-нибудь ценное будет. Ну ладно, пожелайте удачи. На морозе копаем, в холод, в темноте, темнота. Так что, ребят, мы только вдвоем с Женькой копаем, остальные чалятся в тепле. Самый кайф копать в темноте. Люблю тишину и темноту. Темнота и тишина, да, Жень? Да. Ну, это как-то особенности, как бы, копы. Не только копы. Кто не копал в темноте, не знает такие ощущения, но интересно все равно. Что может выскочить? Коп. Да. Охота. Это... Вот тут как раз. Что может выскочить в темноте? Вот либо такая вот железо, либо царские пузырьки какие-нибудь, или же монета. Но мы надеемся, что царик все-таки выйдет. А дом, повторюсь еще раз, ведьмы, так и называют. Вот. Его шурфили. А мы продолжаем. Углубляемся глубже. Какой шурфолог здесь был. Вот, к сожалению. Печи разбомбили, и мы углубляемся. Надеюсь, что-нибудь будет все-таки. Надеюсь. Штука, Саша, ну это как его? Да. А, как его? Кочерга. Да, ну неплохо. Этот железо ведь. Причем не знаю. Да, железо. 20 рублей килограмм. Сколько мы, Жень, сегодня сожгли с бензина, ёпты? Скажи. А, это не важно. Много. Много бензина мы сегодня сожгли. Я сегодня проехал километров 250. Ребята, меньше, я... Ездил через Богатые, Черкассы, потом Сергиев. Я вчера залил, бля, ребят, 1000. Сегодня залил еще 1000. 2000 и пока ни одной монеты. Вот так вот, ребят, вот так вот мы копаем. 2000, ни одной монеты. Ладно, это не считая то, что мы на стол накрываем. Это хобби, удовольствие. Не знаю, как для вас, но для нас удовольствие. Жень, тебя удовольствие получаешь? Да. В мороз. Да мне все равно. Я даже если... Холод! Сегодня минус 15, Жень. Саш, я сегодня проехал вот по этим там буеракам, где мы там ездили, я кайфанул вообще. Мне ништяк. Кайфанул, ребят. То, каждому свое. Несколько раз застряли, и он кайфанул. Таскали на буксирах и на трассах, блин, друг дружку. И все же.
Но все же, надеюсь, Женька у нас царя выкопает, потому что я, как бы, вроде оператора, стою рядышком, а Женек копает. Ладно, Кинг у нас отдыхает, тоже удовольствие получает, не квартира, а природа, матушка. Что тут жует? Снег жует. Пить хочет. Да, сосиски наелся, теперь грузит у нас снег. Ладно, ждем царя. Давай-ка. Царя. Ну что, ребят, труды за себя говорят. Опять какая-то монета, судя по гербу. Много венков. По размеру, наверное, пятнашка или двадцатка. Вот. Вот там под полом они лежат, короче. Под полом, да? Да, вот эта вилка там была, вот такая, сейчас будем кушать ей. А вот, а кого кушать-то будем? Может, кроликов что-то найдем или кого-нибудь? Уже жрать охота. Жрать? Ты же только что мясо ел, шашлык. Это было давно. Давно? Да. Да шучу. Что-то смотрите, что-то, блин, белое или желтое проглядывается. Ну, я, мне кажется, это не ранний, не поздний. Ну, здесь вот видно. Мне кажется, ранний должен быть. Здесь видно это самое, поздний. Ну, когда переворачиваешь, что-то, смотрите, то ли лопат. А, это двадцатка. Все. 20 копеек должно было быть. Двадцатка. 20 копеек. Скорее всего. 60-е. Да ладно, печать. Да. Хочу хоть хотя бы маленькое ранее. Видишь, 20-ка. Да, 61-й. Где-то после 61-го года. Печаль. Ну ладно, что? Ну, монета. Все же монета. Ладно. Я думаю, еще будут. Надо глубже. Женя, надо глубже, Женя. Сейчас советы. Сейчас, да. Ранние. А, поздние, да? А потом будут ранние советы. А потом будут цари. Будут цари. Ладно, пойдем дальше. У Женьки уже три монеты, да? Жень, забери, да, свою. Тут. Забери вон ту монету, Жень. Ту, да. А то потеряешь. Он там живет. Так что ладно. Так что вот такая лабуда. Это чердачная находка. Какой-то с балалайкой чувачок. И здесь с дудкой чувачок. Короче, рис там хранили. Или что-то подобное. Вот здесь нам изюм. Изюм хранили. Изюм. Сейчас изюм поедим и пойдем дальше. Здесь был изюм. Ладно. Здесь был изюм. А мы будем дальше. Царей искать, а не изюм. Да, Кинг? Будем царей искать? Ну-ка. А? Будем царей искать? Пошел царей искать. Давай, ищи. Ну, царь, не будем. Так, ребят, у Жени там какой-то сигнал. Жень, она намного помогала. О, что-то. Ой, это монета тоже, да, Жень? Да, ну-ка, даже. Такая же. Такая же, как, Брежнев, наверное, как первая, да? Говорить-то. Я вообще не хочу там появляться. А ты не появишься. Нет, не появляешься. По размеру, наверное, все-таки трешка. Но сказать, что именно, только чистка покажет. Но, судя по выкислам, колдунья наколдовала, что это 60 после 61 года. Вот. Дом колдуньи. Держи. У нас здесь местные жители есть. Я его не буду показывать. Коль, расскажи про колдунью. Как она тебе это самое сырые яйца давала на Пасху. А, Коль? Расскажешь? Случай из жизни. Потому что мои зрители иногда так любят за стенки. Настоящие истории от очевидцев. Вот. Это мы не выдумали, что это дом колдуньи. Коль, расскажи про колдунью эту. Почему колдунья? Да. Почему колдунья? А, Коль? Она что? Ворожила или что? У нее книга была. Книга была? Да. Только из-за книги вы считали, что она колдунья? Нет. А что? Она могла или человека уничтожить, или спасти. А что, такие случаи были? Были. Она спасала кого-то? Уничтожала? Конечно. Да? Конечно. В каком смысле уничтожала, Коль? Убивала кого-то? Кого-то хоронили?
Родственников, блядь, спасал. Родственника спасал? Да. Ничего себе. Все время к нему обращались. Ага. А насчет, ты говоришь, яйца тебе, да, подкидывал сырые? Нет. На Пасху? Не яйца, а... Попадались яйца сырые. А, попадались крашеные, да? Крашеные сырые яйца. Ясно. Не, ну а почему вы его прозвали колдуньей? Ну, у него все возможности были. Почему? Почему? Вот скажи. Почему колдунья? Она что-то сделала такое хорошее, что-то сделала плохое. Почему колдунья? Настолько она была красива, потому что все красивые, они колдуньи были. Нет, она нет? Всех увлечивала. Увлекала? А кто на него косо посмотрит, они болели. А у нее мужчины были? Одинокая. Ну-ка, одинокая. Рассказывай, были мужчины у нее? Я до этого, до рождения не могу. А она любила выпить, нет? Нет. Нет. Она, нет. Мы вот здесь вот с Женей нашли. Ни разу не пила. Ни раз не пила? Нет. А почему здесь вот мы нашли несколько водочных пробок? Как скажешь. Не знаю. Наверное, мужики ходили, да? Все-таки. Я это не могу сказать. Не можешь сказать. Ты сколько тебе лет тогда было? Совсем маленький был, да? Я... Ну, блядь, ну, если на Пасху 12... ходил... 11, 12, 13, 14, 15. 15, ну, максимум 15. Да, ну, тогда ведь ходили. Ну. Да, вот так, ребята, а колдунья все-таки? Она не пила, но водочные пробки есть. Это раз. Говорит, что она заманивала... Похорон. А, после похорон. Похорон после, блядь, оставили. А что, на похороны много народу приходило? Были люди. Были люди, да? Да. Значит, она не настолько колдунья была, да? Нет. Все-таки она что-то хорошее делала, да? Помогала. У него этот, как говорится, родня большая. А, родня у нее большая. И все колдуны были, да, в роде? Нет. Нет, только она одна там, была, да? Там надо колдовать, если только книга к нему попадет. Найти бы эту книгу. А ты не знаешь, где эта книга? Знаю. Где? Только не скажу. А почему? А почему не надо? Ясно. Ребята, вот есть колдунская книга, и вот единственный человек, который знает, где она находится, и он не говорит, где она находится. Почему не говоришь? Чтобы не было больше таких колдунов? Конечно. А что, она все-таки плохое что-то делала, да? Нет. Все-таки хорошее делала, да? После этого, все прошло. Ясно. Сколько лет? Просто книгу, блядь. Немного открывали. Немногие, да? Нет, может, она открывала? Она, наверное, в местной библиотеке находится, да? Потому что... Чё? Нет, может, она для открывала, для доброго... Для добра. Для добра, да? А не для зла. Ну, знаешь, колдунь – это зло, а фея – это добро. Пускай у него и будет. Она никогда никому ничего зла не делает. А почему колдунья все-таки? Колдунья? Да, почему колдунья, если она плохого ничего не делала? Ну колдовала, потому что. Пускай. Ну добро. Феи! А во! Феи! Здесь дом, ребята, не колдунья, а феи. Здесь фея была. Пускай будет. Все, пусть будет фея. Понял? Кинг. Здесь была фея. Фея. Так, что, пускай, так что давай фея, ищи. Фея, ищи палочку феи, может быть, нам фортанет. Все, Жень, ищем. Yeah. Ищем палочку феи. Доброе утро, ребята. Хотя для кого-то оно и доброе, а для кого-то оно и утро. На часах обед. Ох, как мы сегодня тяжело спали. Это связано с тем, что местный Коля, который с нами отмечал мероприятие, такой дотошный. Хотя благодаря ему утром у нас горячий чай, а благодаря ему у нас были сегодня пельмени. Вот, так что дотошный пристал, всех разбудил. Вот сейчас будем отправляться домой. Все, что было интересное, я вам показал.
вам это не интересно, что я вам показал. Так что съездили, сопли поморозили, объехали куча мест, но никуда проехать не смогли, к сожалению. Ну, здесь вот, в этой деревне, немножко остановились на целую ночь. Ну, вот так вот, ребят, у нас получилось. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Таких покатушек никому не желаю. Все.